По новому закону поменялись и правила возврата. Теперь сумма возмещения зависит от того, когда покупатель возвращает билет. Если он сделал это за 10 дней до события, то получит всю стоимость. Если позднее, чем за 5 дней, то половину цены. За 3-5 дней вернут 30%. В принципе, наверное, даже удобнее стало, потому что теперь можно вернуть билет без удержания за 10 дней, и все-таки дается возможность даже 50% там возвращается от билета. Единственное, там минус, что теперь за 3 дня до начала, до даты начала мероприятия билеты вот не принимаются. Это единственное, наверное, такой небольшой минус. Если организация сама отменяет мероприятие, то зрителям компенсируют полную стоимость билетов. Отказ по вине организатора, то билеты возмещаются 100% стоимостью. То есть каких бы, то единственный минус для зрителей – неудобство. Да. Там человек сдает билет в течение 3 рабочих дней с момента отмены мероприятия в кассу или в любой точке продаж, в зависимости, где приобретали. Театры, цирки, музеи обязаны размещать у себя на сайтах всю информацию. Стоимость, требования к оформлению, допуску на мероприятие, порядок возврата и кто отвечает за возмещение денег. Теперь требуется кассовый чек. То есть, если раньше билет мы отпускали, и на билетах была указана цена, да, то теперь обязательно требуется наличие кассового чека. То есть, без кассового чека, по сути, мы не имеем права делать возврат. Также люди должны, кто осуществляет онлайн-покупки, они тоже должны предоставлять кассовый чек. Если они хотят делать возврат онлайн-покупки через кассу, тоже кассовый чек, он отправляется им непосредственно на электронную почту или на данные, которые они указывают. Это является как документ, подтверждающий оплату. Закон поменял правила возврата билетов, однако неизменным осталось одно – интересные случаи, которые нередко наблюдают кассиры. Бывают люди, в основном, кто перепутали концерт. Бывает так, что, конечно, они приходят с одним билетом, там, на концерт они совершенно другого человека идут. То есть такие моменты. Тут и жалко, и смешно. Любая перепродажа билетов запрещена. Исключение только для граждан, которые один раз по номиналу продают купленный для себя билет. Олеся Котровская, Даниил Пилипенко, телекомпания «Город».